Промоутер Эдди Херн в интервью подкасту Тринокдаун.ру сообщил, что не менее 12 именитых боксеров заинтересованы в сотрудничестве с компанией Matchroom Boxing USA на онлайн-стриминге DAZN. Кроме этого, промоутер также рассматривает возможное сотрудничество с рядом молодых американских проспектов. По сообщению Boxing Talk со ссылкой на твиттер компании Matchroom Boxing USA с Эдди Херном, подписал контракт популярный американский боксер средний вес до 72,6 кг Габриэль Росада от 24 до 11,14 кг. Но Вринч подозревает, что первоисточник новости является фейковой страницей. Впрочем, судите сами, ссылка на первоисточник. Читайте также, Габриэль Росада хочет реванша с Давидом Лемьё, я его съем, американский супертяж свыше 90,7 кг, Трэвис Кауфман от 31 до 2,23 кг. 10 июня в Ланкастере, штат Калифорния, США, собирается нокаутировать эту старую, вырезанную цензурой, задницу легендарного почти 50-летнего соотечественника Антонио Тарвера, 31-6-1-22 кг. В случае поражения, деду Кауфман обещает завершить карьеру, по данным Ринг Полиска Украина, польский проспект среднего веса, до 72,6 кг, Федор Черкашин. 9-0, 6 кг. 2 июня в Жешуве, Польша, подерется с 38-летним джарнименом из Туниса Аюбом Невзи, 26-10-2-5 кг. Ринг ТВ сообщает, что 16 июня в Фриско, штат Техас, США, чемпион WBA весе до 55,3 кг американец Даниэль Роман 24-2-1-9 кг проведет вторую защиту титула. Соперник почти небитый слагбокер из Мексики Мейсес Флорес от 25-0-17 кг. Бой пройдет в андеркарде поединка за звание чемпиона мира по версии IBF в весе до 66,7 кг между Эрролом Спенсом от 23-0-20 кг из США и Карлосом Акампо от 22-0-13 кг из Мексики и будет транслироваться в США на кабельном телеканале Showtime. Читайте также Эрл Спенес, Жервонта, Дэвис уничтожит Василия Ломаченко. Подписывайтесь на аккаунт vrinch.com в Twitter, Facebook и ВКонтакте в одной ленте «Все, что стоит знать о боксе и ММА».